Когда они познакомились? Есть точная дата. Кто-то знает? Господа? Серьезно? Так, родители, буду к вам уповать. Я думаю, что вы должны знать, когда они познакомились. Вы не знаете? Не, ну если ты думал, что 5 лет они встречаются. Как я мог задать на этот вопрос ответ? Действительно, Ваня. Да. Так, кто-то знает, когда они познакомились? Летом на пляже. Летом на пляже. В октябре. В октябре, так. Хорошо. Год хотя бы какой-то, вспомните. Год, да. Ну, исходя из того, что я сказал, сколько они вместе, можно посчитать. В каком? 21-м. Евгений, для вас подсказываю, как могу. Но если не 21-й, не 20-й, то... 20-й. То 22-й, да, они почти 3 года вместе, 22-й. Конечно же! Причинно-следственная связь – это ваш конек сегодня, я понял. Так, Евгений, давай, последняя попытка. Как? 19! Красавчик! Боже, как человек с первого раза ответил! Невероятно! На самом деле, 13 октября 2019 года. Ваня, как познакомились они? Я тут не буду задавать из этого вопроса, потому что у меня есть ответ. Познакомил свидетель. То есть ты их познакомил, как бы у них там началось. А ты не знаешь, сколько они вместе? Ладно, хорошо, как... познакомил и забыл, да? По пьянке. Так, а ну расскажи, пожалуйста, как это происходило? Ой, ну... Однажды вечером встретились мы с Владиком, делать было нечего. Ой. Так, это можно рассказывать или почему? Можно. Можно. Тогда расскажи, пожалуйста, что многим интересно. Получается, они шли на встречу с моей еще бывшей девушкой, и у нее была подруга Катя. Я говорю, Владик, пошли, там девочка красивая, капец. Владик такой, ну ладно, пойдем. Вот, первый взгляд, искра, безумие, любовь. Такой ты, конечно, сваха! Ваша победительная сваха сегодняшнего вечера. Молодец, Ваня! Я правильно понял, что вы, Влад с Катей начали встречаться, тебе пришлось расстаться? Да. Ну, типа, отдал все, да? Молодец, настоящий друг. Идем дальше, друзья. Так. А ну сейчас вопрос на внимательность. Кто скажет, какой цвет глаз у Кати? Карий. Карий. Подожди. Нет. Так, какой цвет глаз? Темно-зеленый. Ну, у меня есть у меня нет оттенка, у меня просто указано зеленый. И это абсолютно правильный ответ, ваша роль следующая, я знаю. Так. Важный вопрос. Любимый актер Кати? Ди Каприо. Молодец! Боже! Вы всего даже без подсказок отвечаете. Невероятно! Хорошо. Тогда вопрос на смекалку и начало с вами только. Какой общий возраст у Кати и Влада? А ну-ка. Сколько? 21. Общий? То есть кому-то 10, кому-то 11, да? 40? 42. Нет. 41. Нет. Блядь, как вы быстро переобуваетесь. 42! Неправильно. 41. А чё 41? 41? А я откуда знаю, спасите к ним? Чё 41? Ну, может, у кого-то ещё не наступил день рождения? Так а полгода уже прошло. Так. Это 43. 43? Мне нравится, что прошло полгода, но уже 43. А типа, если не прошло, то 41. Ну, если 6, это уже почти 10. Если 50, это 50. Если 44... Так, мне надо выпить, чтобы понимать вашу логику. Я не понимаю этого. Но не-не-не-не, я на работе, не пью, спасибо большое, но 41 правильный ответ, а я хочу пригласить к слову брата Кати, и это брат, как у меня подписано, Саня! Сашка, ты, мне единственное, мне не указано, какой ты брат. Родной. Любимый, надо отвечать, Саша. Родной брат, да? О! Тебе будет столько вопросов, Саша! Так, а ну раскрой мне тайну. Какой все-таки Катенька была в детстве? Тихая и спокойная. А какая она сейчас? Тихая и спокойная. Ладно, скажи, пожалуйста, изменилась ли Катя с появлением Влада в ее жизни? Очень.
Ну, что изменилось, если так вкратце? Она жить без него не может. Без него? Ну, видишь, держатся вместе. У них там как в аватаре они связались. Прошу. Ну, Саша, поздравляю. Поздравляю. Витай. Я помню, как ты боялся со мной познакомиться. Я не боялся. Я и сейчас боюсь. Ну, я когда тебя видел, сразу сказал, это мужик. Вот вы видели мужчину настоящего? Так посмотрите в эти глаза. Это настоящий мужчина. И ничего этого мужчины не. Вот это истинный мужчина. И что мы тебе сказать? Люби мою сестру. Защищай, оберегай. И в этот день за любовью мы пить не будем, потому что за любовью надо заниматься. За здоровьем мы пить не будем, потому что надо беречь. А выпьем за мечты. Чтобы не сбивались и всегда были. Спасибо. И давайте закрепим все звоном бокала всем присутствующим гостям. Ура, ура, ура! Эй! У меня будет для вас маленькое задание. Можно вас пригласить ко мне на сцену? Я говорю, что я вас не буду мучить, но все-таки испытывать я могу. Ну, а, нужно? Хорошо. Так. Тебе телефон не понадобится, или ты с ним не расстаешься. Хорошо. Так, сейчас должно произойти маленькое событие, в которое вы мне должны будете помочь. Так, Владик, назови, пожалуйста, любое число. 9. Ванька, насчитай вот с этой стороны 9-го гостя, откуда хочешь, и пригласи его сюда. Андрей. Андрей. Это же чистое совпадение, Ваня, да? Чистое совпадение. Хорошо. Андрюш, можно тебя пригласить к нам, пожалуйста? Да. А, Катенька, назови любое число. 8. Это папа? Никто же не проверит, откуда ты начинала считать, да? Так, как вы будете называться? Морские котики. Морские котики, да? Хорошо. А вы как будете называться? Пупсики. Пупсики. Так или иначе, морские котики и пупсики, все очень мило. Так, держи, выдаю вам двоим и выдаю вам двоим. Значит, смотрите. А кто помнит момент, когда были проводные телефоны еще? Помните домашние вот это? Вот единственный шанс узнать, человек дома или нет, позвонить домой. Так вот, сейчас нужно будет наладить связь между гостями. Вот эта часть будет ваша, эта часть будет ваша. Но по условию вы должны настроить коннект с гостями путем нанизывания каждого гостя за что-нибудь. За петельку, за цепочку, за что угодно, за шнурок. Главное, чтобы все были подцеплены. Вы, соответственно, с этой стороны тоже. Задача проста, ясна? А точку крепить. А вы ж мужчина, вы придумаете, где захотите. Кто надержит конец, кто дотянет. Итак, готовы? 3, 2, 1, погнали! Так. Вы же не пронизываете, вы связываете людей, что вы творите! Да. Короче, вы все поняли по-своему, да, я так понял? Я думал, конец стоит здесь, если не конец, а вот так, ладно. Так, у вас там все прошло, осталось 20 секунд. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. А ну стоп, стоп, стоп. А ну-ка. Вы серьезно, я говорю, нанизывай! Вы так себе рыбаки, я вам так скажу. Молодец! Вот хоть кого-то! Но на самом деле сейчас победит та команда, которая максимально быстро вернет всю в катушку на место! Давай! Бегом! Так! А ну-ка! Сейчас узнаем пацаны! Подсекайте! Как вы, мамки, подсекай! Так, а ну! Так! О! А мы там по
запутывали сети, да, максимально. И у нас есть! Есть рыбаки! Так, а ну-ка давайте сразу. Вы скручивайте, скручивайте. Заканчивайте начатое. Кто из вас рыбак? Я. Ты рыбак? Какая максимально большая рыба была? Ой, ну так сразу сложно вспомнить. Так как и все, давай расскажи, она была вот такая! Но длинная, большая? Большая. Все, отлично. Так, на самом деле, это была проверка на вашу боеспособность. Я вижу, что свидетели молодцы. Но, Андрюха, ты, конечно, мой! Я хочу вам сразу поздравить, господа. У меня есть несколько подарков, которые я вручу. Так, Андрюха, от сердца отрываю. Это тебе. Будем считать, что здесь нет выигравших и проигравших. Так. Подарки должны быть какими? Правильно, дорогими и ненужными. Поэтому, папа, вам вот эта вот штука. Отбиваться от всех сегодня и всегда. Даш, я не знаю, я взял его с собой, но ничего личного. Это набор ниток и иголок. Просто подарок, просто подарок. Спасибо вам большое, можете присаживаться, господа. Пока Евгений там всем наливает, потому что, понимаете, обязанности нельзя делегировать никого. Я думаю, что вы можете начать тост. Можете? Прошу. Дорогие Владик, Катя, я вас поздравляю с этим днем торжественным. Я вам желаю счастья, здоровья, благополучия семейного, продолжения рода, всего самого наилучшего. Муж продолжит. Ви знаєте, в ці складні часи було дуже важко спостерігати за тим, що відбувалося, але як Влад став справжнім чоловіком буквально за декілька днів, а Катерина, як справжня жінка, послідувала за ним, завжди була поруч, завжди його підтримувала. Хочу побажати, щоб так було і надалі. Любіть один одного, кохайте, підтримуйте і будьте завжди разом. Гірка! 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 Я надеюсь, ваши овации заставят его выйти максимально быстро к нам. Сергей Юрьевич, под ваши овации! Добрый день, дорогие мои. Желаю я вам любви, мира, терпения и больше счастливых дней. Будьте счастливы, берегите друг друга и любите. Горько вам. Так, а кто считает, что из присутствующих, что он хорошо знает нашу пару, ну либо хотя бы по отдельности, есть такие люди? О, у нас с вами будет очень тяжелая тусовка. Вертвежуха, иду к вам. А ну скажите мне, когда Влад сделал предложение, Катя? Помню только где. Хорошо, давай начнем с этого. Где? Возле ЦУМа. Возле ЦУМа. Да, это правда? Да? Там было? А когда примерно? Давай. Поздно вечером. Не, ну, ответ идеальный, конечно. Хотя бы пора года какая была? Было тепло, холодно. Прохладновато. Прохладновато? Да. Ну ты сейчас уходишь от ответа. Нет, было тепло. Но возможно, когда прохладно. Да? Ты не знаешь? Я знаю точную дату. Есть кто-то, кто может помнить точную дату? Это было 8 июля 2022 года. Влад, расскажешь, как это происходило? Я так понимаю, никто об этом ничего не знает. Получается, Катя не знала, что я еду. Я после первой ротации решил сделать предложение. Меня ротировали на Закарпатскую область. Получается, с моими сослуживцами я был. И мне дали отпуск на 10 дней. Катя думала, что я в зоне боевых. Я лечу к ней.
И поздно вечером, ровно под комендантский, я успеваю. Трогатели, видишь, и музыку подобрали под этот. Ну вот, теперь мы свидетели происходящего из приложения, во что это все вылилось. Так, хорошо. Что любят делать Катя и Влад вместе? Можно, я не буду. Можно, но это не то, о чем вы подумали. Не-не-не, это... Так, вопрос ко всем тогда. Что любят делать вместе Катя и Влад? Что они любят делать вместе? Владик любит кушать, это хорошо. А любит ли Катя готовить? Катя очень... А сейчас прикинь, Катя встает. Вообще это все готовила я. Просто ребята выносят. Ладно, подожди. Дашенька, скажи все-таки, что любят делать вместе Влад и Катя? Твои предположения. Ответ очень на поверхности. Как неожиданно, да? Теперь к вам еще один, если вы уже знаете. Где было у них первое свидание? Помните? Знаете? Вообще, когда вам сказал... Катя сказала, что у нее появился парень? В октябре. В октябре? Так, ну сейчас поднимаем историю. А познакомились вы когда? В октябре. В октябре? А, да, познакомились в октябре. Хорошо. Где было у них первое свидание? Кстати, у меня нет уточняющего ответа. У меня написано, что это парк. Парк. А какой? А вы там везде ходили, да? Ну я понял. Ты ходил как настоящий джентльмен? Смотри, это все тебе. Вот эти все цветы, вот это все тебе. Хорошо. Так, а где группа поддержки Рома? Минимум с его стола. Рома! Рома, что было спортивного в твоей жизни? Футбол и волейбол. Молодец. Так, ну-ка! Мой спортсмен, так, напомни имя. Влад. Влад, так, группа поддержки Влада. Владик, что спортивного было в твоей жизни? Поедание пельменей. Так ты КМС уже в этом всем, красавчик. А, мастер спорт, извини, пожалуйста. Так, Саня, не против ли мне так написано было? Александр, Саня, Санечка, Сашок. Ты привык ко всему? Хорошо, Саш, что было спортивного в твоей жизни? Армия. Тебя я понял, когда я помню, что ты боялся со мной знакомиться. Так, встречаться, да? Хорошо. Так, идем дальше. Дальше. Что было спортивного в твоей жизни? А главное, я спрашиваю спорт, и все молчат. А на каком уровне была спортивная гимнастика? То есть ты продолжаешь заниматься этим сейчас? Ты уже тренер. Так, дети, у нас будет тренировка. Ванька, а ну-ка, что спортивного было у тебя? Ну, бегание за пивом для жениха. Дядя Женя, что спортивного в вашей жизни? Спортивный туризм и пожарная охрана. Ого, как это все. Так, с вами мы не знакомы, как зовут? Даша. Даша, что было спортивного в вашей жизни? Я занималась карате и сейчас занимаюсь бегом. Я отойду на всякий случай. Так, что сейчас будет происходить? Нужно будет немножко заняться бегом. Но рассказываю, это все очень просто. Мы с залом будем называть вам определенные буквы алфавита наугад от всех гостей. И вы отправляетесь в зал и находите вещь, которая начинается на эту букву. Если по каким-то причинам вы не находите такую вещь, вы приносите что угодно и обосновываете, почему именно это. Задача проста? Отлично. Так, начнем. Катя, так. Ты начинаешь с буквы... Б. Буква Б! Погнали! Так. Так. Ты понял? Кто хочет жениться? И все. Так, а можно вас попросить сделать чуточку шаг вперед, чтобы вас видели все гости со всех сторон? Так, что на букву Б? Бокал. Бокал. Браслет. Браслет. Отлично. Необычно что? Бокал. Бокал. Ваня, я согласен. Букет. Букет. Хорошо. У вас? Бутылка.
Чувствуете разницу подхода? Там бокалы пустые, а здесь бутылка. Так, что? Бокал. Бокал. Так, давайте усложним задачу. Если вы будете принести все, что нужно будет съесть или выпить, вы это будете есть или пить. На будущее. А пока, Владик, назови мне буквы, и это будет буква... Я. Буква Я. Погнали! Ищем! Давайте-ка все принесите мне ягоды! Я уже вижу. Ягода, как мне? Ягодка. Яблок. Боже мой! Откусанное яблоко. Оно уже откушенное, все равно. Так, ягода. Ягоды. Ваня, молодец! Так, тоже ягода и ягода. Ну ешьте. Так, мне нужна какая-то буква. А ну что это будет за буква? Ю. Буква Ю! Погнали! Молодец! Честность принес. Что на букву Ю? Юля. Юля. Мне нравится, как вы вдвоем. А это? Юбка. Юбка. Хорошо. Это юбка, да? Это твоя? Твоя юбка. Нормально. А что ты ее не принес? А правильно, потому что она быстрее схватила тебя. Так, Евгений, у вас ничего нету. Но ничего сказать. А у вас? Он на мне есть юбка. Главное, Даша стояла такая. Так, что ж принести? И такая, ааа! Я же юбка! Хорошо, так, парни, а ну-ка давайте от вас буква какая-то. Давай я к тебе иду, давай. Это будет буква... Самая банальная буква, мягкий знак. Нет, ну ты же не издевайся, это сложно будет. Давай другую. Нет, я понимаю, ты сейчас поржал очень хорошо, но... Это будет буква... Л. 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 Еще. Так, что на него? Лимон. 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 Ложка. Ложка. Молодец. Видишь, как выбиваешься из всего этого обряда. Лимон. Лимон, ложка. И? Лимонад. Ну, допустим. Хорошо, под завершение. Так, папа, я вас подождите, подумайте. Это должна быть очень неожиданная буква. И это будет буква... Ж. Буква Ж. Погнали! Да. А я думал, жена будет... Ну, жоп... Да. Так, что у вас? Жена с ложкой. Жена с ложкой. Но, согласно условиям, надо было принести... А она сама шла. Так. О! А? Давно носил на руках? Всегда. Всегда? Красавчик. Бассейн. Бассейн. Так, что на букву Ж? У нас одно на двоих. Боже, это мило. Да. У вас одно на двоих? Это что? Это жареное блюдо. Спасибо. Так, что у вас на букву Ж? Желтый. Желтый. И? Жареная картошка. Жареная картошка. Так. Господа, нам нужно сейчас с вами определить не самого быстрого участника, а самого выкручивающегося человечка. Итак, под ваши аплодисменты, давай, Редман, шаг вперед. Кто считает, что он красавчик, молодец, выполнил все задачи и вообще хорош? Молодец. Так, спасибо, товарищ назад. Зага! Под ваши овации, Александр, давайте, господа. Нет, это просто Андрея нету там с вашего стола, сейчас бы было бы, да? Так, а ну, делай шаг вперед. Ваши овации! Понял? Вот этот кубик пресса все решил. Это все решает. Так, Дашенька, давай делай шаг вперед. Ваши аплодисменты свидетельницы, а? Там вот твои фанаты. Вместо счастливые усы, это твой самый главный фанат. Так. Ты сейчас выглядишь как официант. Итак, ваши аплодисменты нашему свидетелю. Ванька, давай, Ваню. А? Реально выглядит, как будто ты презентуешь мясо сейчас, и все хлопают. Так, дядя Женя, прошу. А ну? Это ваш электорат вообще, это все. Он там нанимает! Так, и ну, по завершению, Дашенька, ваши овации. А? А? А ну? Так, не глядя, не подглядывайте, не руку туда и вытаскивай, давай. Так. О, Лептюха! Подставка тебе.
Так, хорошо. А ну, Александр, тяните. Засовывайте ручку туда. Вот. По ощущениям. Так. Ты. О! Все, кто? А это так было сложно? Ну вытащил человек, так вытащил. Так, я не поверю за вами. Так, а ну-ка, тяни. Пока не подглядывай, да? Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Я знал, что это очень неожиданно. Все так делают на самом деле, да. Так, тяни подарок любой, который тебе захочется. Ну-ка. Самого дна достал. О! Смотри, теперь ты влажный. А ну. Не глядя. Молодец, хозяйка. Так. Тяни. Вытягивай. Тебе. Молодец, хозяин. Так, а ну-ка, давайте, пошевелитесь там. О! У нас, видите, все по телу! Все в дом! Так, Даша, ты не хихикай, ты сейчас достать тоже что-то такое. Доска разделочная, конечно! На сей раз я хочу пригласить к слову Богдана и Артема Черных под ваши овации! Только не черных, а черных. Короче, желаю вам искренне взаимопонимания в отношениях, чтобы меньше ссорились и просто искренней любви, детского смеха в дальнейшем в квартире. Искренне. Все, брат. Катя, брат. Удачи вам. Короче, хочу искренне от души поздравить братишку, потому что вот когда сегодня мы были в ЗАГСе, вот... Когда вы кланялись перед родителями, у меня реально такое счастье было в душе. Вот, хоть мы не так часто видимся в последнее время, но эмоции были, как будто я вместо тебя там находился. И вспоминая, как раньше мы еще гуляли, и никто даже не думал о какой-то совместной жизни, и ни у кого даже девушек никогда не было. И сейчас вот уже смотрю, и реально все так подросли, даже не верится, что это происходит, поэтому... Хочу подарить молодоженам несколько секунд счастья, поэтому горько! 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 Несколько секунд счастья, давайте выпьем! И... И вот, собственно, в руках я держу тот самый символ первой годовщины свадьбы, а именно шелтонская свадебная от нашей пары. И тот человек, либо группа людей, которые будут обладать этой бутылочкой, имеет беспрекословное право в любой день, время дня и ночи отправиться в гости к нашей паре, и, конечно же, отпраздновать с ними эту самую годовщину свадьбы. Итак, мне нравится, как Ваня засуетился. А ты сегодня на выкупе нормально отработал? Нормально. Это нормально. Нормально. Ну выжил уже хорошо. Итак, господа, кто что готов предложить для того, чтобы стать счастливым обладателем этой бутылочки? 100 гривен. 100 гривен. Хорошее начало. Итак, я покажу ее сейчас всем. Да, вот смотрите, как написано. Пейте, дорогие гости, поднимайте чаще тосты. Итак, я показываю бутылочку всем. Всем-всем-всем, вы же ее не видели, ты в особенности. Так, показываю ее всем. Итак, у нас есть стартовая цена в 100 гривен. Господа, кто готов предложить больше? 200. Итак, идем дальше. 200 гривен. Я напомню, что все деньги идут в фонд развития молодой семьи. 100, 200, 250. Хорошо, 250 принято. Итак, 250 гривен, кто может предложить больше? 400. 400. Сколько? 500, говорит бабушка. О, так, 500 гривен. 500 гривен. Раз. 600. 600 гривен есть у нас. 1000. Вы думаете, вас на ходочину не пригласят, да? Типа, на всякий случай куплю себе местечко там. С такой бутылкой обязательно пригласят. Да, с такой бутылкой. Так, 1000 гривен. Так, сколько? 1300 ты не сдаешься. Так, а у вас какая версия? Полторы. Полторы. Так, сейчас будет битва семьи. Значит так, полторы. Так, 1500 гривен. Раз. 1500 гривен. Два. Две. 2000.
Все-таки остались деньги с выкупа, да? Да. 2000 гривен. Раз. 2000 гривен. Два. И 2000 гривен. Судя по всему, три. А ты радость, Ваня? Доставай бабки! Ты думаешь, я так бесплатно танцевать буду? Мне понравилось, что самое интересное, в начале нашего аукциона Ваня достал кошелек, я думал, он достал деньги, он просто так. Мои возможности на вечер. Все. Ваня! Я увидел твой кошелек, там надо было еще торговаться. Мы быстро сдались. Так, двушка. Итак. Больше. В развитие будущей семьи. Ты же понимаешь, что ты, если вкладываешь бабки, нужно потом периодически дальше инвестировать. Будем готовы к этому. Поэтому спонсор семьи Иван, по вашему аплодисменты! Не, подожди, надо вот так вот. Владик, надо вот это так вот. Не замешно. Себе не прекратили, Владик, и слава богу. Ой, ну сказать есть много чего, но Влад, Катя, молодые, поздравляю вас с этим праздником. Ой, глядя на вас, я понимаю, что мечты сбываются, ведь, ну, копаясь в своей памяти буквально вчера, я вспомнил, как мы с тобой сидели за школьной партой и рассуждали о свадьбе, там все дела, найдем ту самую красивую молодую, все будет отлично. Ой, Влад, желаю тебе стать настоящим главой семейства. Катя, будь мудрой и заботливой женой. Желаю вам... Извините, пожалуйста, просто... Ой... Фу. Успокоюсь. Мира вам, тепла, любви, крепкой семьи. Ведь все мы знаем, что настоящая семья – это там, где жена не обращает внимания на криво забитый гвоздь, а муж на пересоленный борщ. Ну и желаю паре молодой дожить до свадьбы золотой. Горько молодым! Горько! 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 Уповаю ко всем мужчинам, которые знают, что нужно делать, когда с ними находится их женщина. Мужчины, приглашайте дам, дамы, не отказывайте мужчинам. И, конечно же, время обнимашек наступило. Ой, мама, 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 все кохання ніби вино. Воно мене п'янить так давно, не відчував такого ніхто. Ой, мама, 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 все кохання ніби вино. Воно мене п'янить так давно. Не відчував такого ні. Наші небо б'є грозами, грозами підсіли на любов дозами. Дозами думав не протягне дозами. Дозами часто, що ви досі разом. Ой, наші небо б'є грозами, грозами підсіли на любов дозами. Дозами думав не протягне дозами. Дозами часто, що ви досі разом. Без тебе вже не зможу ніяк. В цьому штормі ти для мене мега. Наші почуття гострий на знак, але сьогодні ми танцюємо для. Ой, мамо, 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 це кохання ніби вино. Воно мене п'янить так давно, не відчував такого ніхто. Ой, мамо, 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 це кохання ніби вино. Воно мене п'янить так давно, не відчував такого ніхто. Наші небо б'є грозами, грозами підсіли на любов дозами. Дозами думав не протягне дозами. Дозами часто, що ви досі разом. Ой, наші небо б'є грозами, грозами підсіли на любов дозами. Дозами думав не протягне дозами. Дозами часто, що ви досі разом. Грозами підсіли на любов дозами. Дозами думав не протягне дозами. Дозами часто.
разом. Ой, наше небо б'є грозами, грозами підсіли на любов дозами. Дозами, думав, не протягнем дозами, дозами, часто живе досі разом. Я хочу попросить выйти к нам мачо, которая посмела совершить этот дерзкий поступок и украсть туфлю. Ваня, выходи. Ваня, ты думал что? Отсидеться. А? Думал отсидеться. Отсидеться? Не то время ты выбрал, Ванька. Дашенька, давай, выходи к нам. Ты же свидетельница, за все грехи нужно отгребать. Сейчас мы узнаем, какая ты гимнастка. Так, ну, давайте, кто украл туфлю? Мафия, мне нравится, что ребенок такой, это не я, нет, это ты, сынок. Так, ты украл туфлю, да? Что ты хочешь за туфлю? Деньги. Ты видишь, как он дядя Ваня сегодня линяет на деньги? Бедный уже, наверное, употел там 10 раз, да? Ну, 20 раз, но деньги это же банально, поэтому сначала мы его накажем. Правильно? А потом приступим к финансовой составляющей, да? Да, да. Итак, ну мне просто предварительно объяснили, чего хотят. Поэтому я... Ты как вообще творческая личность? Конечно. Конечно. А ты творческая? А ты творческая личность? Ты же гимнастка. Мастер спорта, да, ты говорила? А? А, кандидат мастер. То я знаю, кто там мастер спорта по пельмешкам. О, Андрюша вернулся! Аллилуйя! Да, морские котики. Значит, смотри, что сейчас будет происходить. Ты знаешь, что такое стрип-дэнс? Так, подожди, дайте дослушать. Знаешь, что такое стрип-дэнс? Да. В первую очередь, вообще, это искусство танца, а не раздевание. Да? Да. А что самое главное, без чего не может обходиться стрип-дэнс? Без одежды. Нет. Без одежды он как раз таки может. Без шеста. Без шеста. И посмотри, какой великолепный шест у нас здесь есть! Итак, смотрите, в первую очередь, это искусство танца. Мы раздевать никого не будем. Мы же взрослые люди. Итак, так, иди сюда. Ты как раз просто шест от Бога. Короче, ты шест. Дашенька, смотри. А ты гимнастка. Так случилось исторически, что нужно будет отработать за украденную туфлю. Давай придумай тебе сценический псевдоним. Как бы ты хотела, чтобы тебя называли? Вот если бы ты занималась этим видом танца, или ты занимаешься этим видом танца, нет? Ну, мало ли, я должен был спросить. А как бы ты хотела... А чего я у тебя спрашиваю? Давай ты. Как бы ты ее назвал? Вы вообще знакомы до свадьбы были? Конечно. Конечно? Мы с первого класса вместе. За то, что мы делали, мы отвечаем тоже вместе. А, вы с Садиком вместе? Серьезно? Так, а ну давай, придумай ей сценический псевдоним. Так сложно. Как вас Садик назывался? Ой, ну... Ну, девочка были. 68-й сложный Садик. Не, у Садика уже было название. Не было? Солнышко! О! О! Солнышко подходит! Так, тишина. Олежек, дамы и господа, по большей части господа, этот подарок в качестве выкупа за туфлю вам дарит кандидат мастера спорта, по художественной гимнастике, человек с невероятной харизмой и красивейшим именем Солнечко. Дамы и господа, встречайте Солнечко на сцене! Давай! Оп! Хорош! Даша, танцуй, как будто тебя никто не видит! Ты стой! Ты мужик, стой! Так, я понял, стой, мы каши так не сварим, так все, уходи отсюда, теперь ты будешь шеф. Подожди, стоп, у меня все надежды теперь на него. Значит, Даша, придумай ему сценический псевдоним. Солнечко? Солнечко?
Багдинов? Хорошо. Так, ты стоишь непоколебимо, а ты с разгона на 6. Понял? Я шучу. Итак, друзья, дамы, для вас танцует Барвинок. А ну-ка, подай шагу! Ой-ой-ой! Хорошо? Я напомню, искусство танца. Так. Бакинок, захочешь закончить эту вакханалию, садись на шпагат. Так, ну давай, одно завершающее па, чтобы я мог гордиться тобой. Ой, кожа мой. Хорошо, пусть будет так. Так, ну что? Подожди, вы сказали туфлю украли. То есть туфли сейчас на тебе? Нет? А вот этого, да? Этого туфля. Хорошо. Так, ладно, пусть будет так. Вы с заданием более-менее справились. Было второе задание. Так, что ты хотел? А ну. Мне нравится, знаете, что прикол детей и взрослых? Дети не знают, чего они хотят, а родители. Деньги. А потом удивляетесь, а почему дети такие разбалованные? Деньги. Так, хорошо. А сколько? Есть какая-то конкретная сумма? Нет. Плохо? Чисто символически? Да. Сколько ты готов дать ребенку, чтобы тебе отдали туфлю? Ну, кроссовок туфлю. На мороженое 100 гривен. Надо не говорить, надо просто брать и давать. Ну вот, давай, окупайся. Все? Ты доволен? Держи. Ну что ж, общими силами мы выкупили эту долгожданную туфлю. Слава тебе, Иван, слава тебе, солнышко. Ну что, иди обувай. Обувайте, или передай Владику. Ты молодец, все. Вот, так, кто зачинщик ссор обычно? Прикинь сейчас. Да? Так, что самое главное после ссоры? А ты что думаешь? Молодец, уже понимаешь правила семейной игры. Помириться. Значит, смотрите, во время ссоры самое главное, что не сказать какого-то слова, потому что слово ранит. Поэтому я предлагаю, чтобы сейчас, смотрите, у меня здесь есть алфавит, разные буковки наши. А каждый из вас по очереди будет вытягивать буковку. И на эту буковку вы должны назвать, за что полюбили. Ну, либо просто комплимент друг другу. Давайте проверим вас, справитесь? Ну что ж, давай, Владик, начнем с тебя. Так, буква С. Ой. Ты не смотри на меня, я этого называть не буду. Такой, ну я понял, наверное, да? Я понял? Хорошо. Так, Катя, ну не глядя, Катя. Давай. Так, буква какая? Н. Какой он у тебя на Н? Сейчас. После С. Не, ну серьезно. Нежный. Нежный, отлично. Так, не глядя, быстро тяни. Давай. Буква Г. Глаза. За глаза. Какого цвета? Зеленый. Молодец. Темный. Так, темно-зеленый. Так, вытягивай. Так, буква Б. Какой он у тебя на букву Б? Так, если не справляешься, сейчас будем свидетельницу подтягивать. Какой? Брутальный. Хорошо, ты согласна? Брутал, хорошо, тяни. Так, буква Щ. Никто не говорит, что будет легко. Итак, на Щ какая она? За щечки? Ясно? Так, хорошо. Так, я перемешиваю тебя, Катюш. Давай, вытягивай. На букву М. Какой он? Милый. За милого, да? Милый? Ты считаешь, милый ты? Как ты считаешь? Не милый? Ты брутальный. Помни это. Так, вытягивай, давай. Буква П. Какой? То есть за С ты не сказал?
На попу сказал? Хорошо. Засчитывается. Так, давай дальше, тяни. Буква Т. На Т какой он? Талантливый. Талантливый? Мне нравится, что когда ты называешь ему какие-то комплименты, он удивляется. У вас, наверное, знаешь, типа, у тебя один Владик, а у тебя другая Катя дома. Так, давай, вытягивай. Ну смотри, если в русском языке это И, в украинском И. Как хочешь. Какая она? Игривая. Игривая? Ты согласна, Катя? Конечно, чтобы ты еще ответила, так? Давай, по паре букв будем заканчивать. Украинское И. И какое у тебя? Игривый? Вы такие игривые вдвоем. Я прям смотрю, нарадоваться не могу. Хорошо, так, давай. Вытягивай. Буква Ж. За что ты полюбил? Опа! Ну-ка. За женственность. Молодец! Дядя Женя, вы огонь. Так, давай. Последняя буква. Так, буква Г. У нас же в украинском есть Г, а есть Г. Вот ему, кстати, попадалось Г, а тебе Г. Итак, какой он у тебя на Г? Говорливый. Говорливый? Неважно. Так, не перебивай девушку. Последнюю давай, вытягивай. Буква Ш. Давай, на Ш. Какая она? Шикарная. И, Катенька, под завершение, давай, буква У. И какое у тебя на У? Угарный. А ну выключи. Какой? Угарный. Мистер Вечеринка здесь. Ваши овации, ребята, целуйтесь. Пусть всегда вам будет что сказать друг другу. И помните, за что друг друга полюбили. Ведь ради этого я зашел. Горько! Ну что, как говорится, после такого нет повода не выпить, но у меня следующие тестующие, а я их не вижу в зале, но у меня есть другие, поэтому я приглашаю к слову Влада и Юлю! Эй! Давай, спортсмены, не бокал! Кто начнет? Ой, вижу единение прямо в действии. На каменножнице давай. И раз, два, три. Поехали. Я не готувалась, але перше, що буду казати, то буду казати українською. Всі ми розуміємо, чому. Знаєте, я прожила 5 років, і я пам'ятаю такий день, як у вас зараз. Це було дуже емоційно. Я вам теж бажаю через 5, 10, 15 років пам'ятати цей день. Бажаю перше, щоб через 5-10 років зібрались ті ж самі люди, а то й більше, щоб ще були малюки і таке інше. Ми дуже вдячні, наша сім'я вам вдячна за те, що ви дали нам нагоду бути разом з вами в цей день. Це дуже-дуже для нас цінно. Ми вас вітаємо. Як жінка, скажу одне, поступайтесь один одному, цінуйте і кохайте кожен день. Горько! 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 Вітаю тебе з таким дуже чудовим днем для тебе, для твоєї нареченої. Я пам'ятаю, який ти був, коли ми познайомилися, зараз я дивлюсь на тебе, ну, чоловік достойний своєї жінки. Щастя, здоров'я. На весіллі, знаєш, як дають мікрофон, щастя, здоров'я, щастя, здоров'я. Здоров'я. Багато вам дітей, мирного неба над головою і, саме головне, горька. Горька! 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 Ты не пьешь? А я думаю, я поэтому ты уехал. Так, кто еще пьет? Саня. Так, давай, можно я отсюда? Хорошо.
шампанское, я не пью. Так, вот, кто еще? Ага, потом расскажут всем, что ведущий пьет. Нет. Так, вы на что? Тоже водочку? Так, у вас, у всех налито? У вас есть. Так, хорошо. Так, у вас наполнили бокалы? Наполнили бокалы. У вас наполнили бокалы? Я приглашаю к слову Андрея и Лео! Дорогі молодята, я радий вас вітати. Тихенько. Я радий вас вітати з початком вашого сімейного життя і бажаю вам всього самого найкращого. Головне, будьте разом, підтримуйте друг друга, любіть друг друга. І побільше діток. Гірко. Гірко! 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 Смотрите, ребят, мы очень много уже прошли вместе, и были на расстоянии, и, думаю, были тяжелые моменты, и притирались характеры. У нас тоже тяжелые характеры, но поверьте, у вас все выйдет, вы сильные, вы любите друг друга, и мы в вас верим вот прям максимально. Счастья, ладно? И... Горько! 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 Кому лично наливали, и я в том числе. Друзья, давайте вместе за все происходящее, за все хорошее, и чтобы все непременно сбылось, за 1000 долларов сказал. Семейная движуха. Так, давайте знакомиться. С вами мы не знакомы лично. Ваше имя? Ира. Ирина, давайте поаплодируем Ирине. Ирина, молодец. Ирина, что в вашей жизни было спортивного? Физкультура в школе. Ура! От танцевального, веселого, творческого. Ну ничего не было творческого. Крестиком вышиваете? Нет, на швейной машинке. На швейной машинке. Идет, катит. Так, Владик, что было творческого в жизни? На рисование ходил. На рисование ходил? Нет. Рисовать умеешь? Нет. Да. Да? Хорошо рисует? Да. Да. А что ты видела? Попросил розочку нарисовать, он взял бутылку и... и все. Так, как ваше имя? Оксана. Оксана. Где группа поддержки Оксана? Оксана! Так, Оксана, что в вашей жизни было творческого? Ничего. Ничего, идеально наш вариант. Итак, Андрей, что было творческого? Я пасочки люблю. Пасочки? Ну, в смысле, с песком или на Пасху? Ну, с песка, известно. Отлично, Катя, так, Николай Васильевич, если не ошибаюсь, да? Да. Что было в вашей жизни творческого? Ничего. Красава! Моя любимая клиентура. Итак, значит, смотрите, вам нужно взять в зале себе по напарнику. Кого хотите, вот берите, возьмите себя в напарнике, кого хотите в зале. Вот, кто вам надо? Одну на команду тяните, одну, но не подгадывайте какая. Так, тяните. Одну, тяни. Так. Выбор. У вас сумасшедший выбор. Итак, на ваших табличках указаны стили танцев, которые вы будете танцевать. Итак, мы готовы увидеть диких бобров с восточным танцем! Итак, вы песню услышали, у вас было время подготовиться, а теперь... Собственно, этот танец под эту композицию «Восток» под песню, которая максимально не подходит под это. Поехали, восточные танцы! Саня, опасно, опасно, но неплохо. Ваши аплодисменты, это дикие бобры, и это их видение. Ах!
А теперь дочка поддерживает маму. Я считаю это достаточно. Как вам, а? Вот так мы понесли в Восток. Ну что ж, Владик, давай отпустим. А, нет, вы... давайте вас отпустим. У вас балет. О-о-о-о. Так. Что вы знаете о балете? Лебединое озеро. Хай бы оно быстрее, уже бы его показали по теле дурашки. Так, вы хоть бы о? Так, хорошо. Папа пошел в развод. Так, нет, вставайте и... Катя! Балет, поехали! Оп, 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 оп! На вас вся надежда! На вас вся надежда! Хорошо, пусть будет так. Ваши аплодисменты, это, конечно, было феерично. Ну что, главное, чтобы ваши танцы потом соответствовали вашей разминке. Эх, все просто как размялся человек. Нормально. Ну что, вы готовы? Я напомню, перед вами коллектив «Смешарики». И мы танцуем что? Хип-хоп. Погнали! Так, что-то новое будет? Сейчас, подожди! Все? Молодцы, на поклон, на поклон. Это были «Смешарики». Спасибо. Так, ладно, судя по всему, не зря мы делали ставку на вас, как на элемент завершения этого концерта. Вы разминаться будете? Надо вам. С кем? Между собой. Так, мы танцуем. Гопак и завершаем нашим национальным танцем. Как вы понимаете, под него надо разорвать душу и баян. Готовы? Ну что ж, друзья, встречайте! Гопак! Поехали! И вот это вот. Так, а ну-ка, Владик. Давай. И крестный. Есть кто готов показать голубец? Итак. Оп! Все. Ну что, господа, нам нужно определить танцоров. А позвучите тише музыку, пожалуйста. Сейчас мы должны определить по языческих симпатий. Вы сами все видели. Балет. Балет? Итак, у нас есть танец-балет, который через год на вашу годовщину должен подготовить танец. Теперь мы точно будем присутствовать на годовщине. Так, зрительские симпатии. Вы готовы? Нам нужно будет... А ну, выходите, ребята. Так, смешарики, танцующие хип-хоп. Оцените их аплодисментами. Как вам? Так, восточный танец. Как вы оцените их танцы? Так, выходите, танго. Как вам танго было? Главное, не подкопайся. Так, ну и, конечно же, выходите. У нас был гопак. А? У нас... не может быть проигравших и победивших, потому что все, кто согласился на этом канале, автоматически победители. Так что тяните, не глядя. Давайте, раз. Так, носочки. Оп. Так, перемешиваю. Тяните вы, что хотите, давайте.
Все на месте, так, тяни. Есть? Так. Опа! Тяните вы. Так, не подглядывайте. Так, тяни. Давай. О, боевой! Он же хитрый! Да вытяни хоть что-нибудь! Не. Так, давай, оставим шаг другим. Начинается. Давай, тяни, Саня. Саня. А рано обниматься с колонкой, давай. Тяни подарок. Тяни. Так, и ваша очередь, прошу. Есть! Нет ничего лучше для артиста, чем признание публики, так что давайте искупаем овации. А на очах я могу остался, ведь нежных слез, что ты мне сказал. Нехай всі дивляться тепер на нас, бо почуться найкраще із прикрас. Діаманти, золото, і крига плаває розколота в шампанському холодному. Я наче падаю в безодню, я твоїх очей смарагдових. Відчую рубіново-трояндовий смак моїх губ, торкання рук і пролітаючи комет цей звук. Загадай бажання, я здійсню його. Жінка у коханні, земля від твого. Викради мене і привези до себе. Мені це так треба нам. Загадай бажання, це наш сорокат. І танцюй зі мною, ніби в перший раз. Нащо ці сльози, нащо ці сльози щастя, нащо ці, а на руці обручка золота. З тобою я танцюю знову так, що дивиться весь світ тепер на нас. Кохання – це найкраще із прикрас. А на очах діамантова сльоза, під ніжних слів, що ти мені сказав. Нехай всі дивляться тепер на нас, бо почуться найкраще із прикрас. І обручка золота. З тобою я танцюю знову так, що дивиться весь світ тепер на нас. Кохання – це найкраща із прикрас. Confusing thoughts and mystery, I see. I love was just a fantasy. On me, you play me like nobody. When you were everything for me. You shot me so then bum-bum. You shot me then you got me. And I'm like damn bum-bum. I see the satisfaction in your eyes bum-bum. I loved you and I trusted you so well. So why oh why oh why. You shot me so then bum-bum. You shot me then you got me. And I'm like damn bum-bum. I see the satisfaction in your eyes bum-bum. I'm looking at you and I'm asking why. Why, why, why? Another phase, no sympathy on me. You turn into your enemy. I see, I wanna talk about it. Cause I don't have no reason to believe you. Confusing thoughts and mystery. I see, our love was just a fantasy on me. You play me like nobody. When you were everything for me. You shot me so damn. You bum bum. You shot me then you got me. And I'm like damn. You bum bum. I see the satisfaction in your eyes. Bum bum. I loved you and I trusted you so well. So why oh why oh why. You shot me so damn. You bum bum. You shot me then you got me. And I'm like damn. You bum bum. I see the satisfaction in your eyes. Bum, bum, bum. I'm looking at you and I'm asking why. Oh why, oh why, oh why. Я думаю, ни для кого не секрет, что если я в руках держу вот эти вот вещи, все прекрасно понимают, о чем идет речь. И вот наступает момент. Ваня, Дашенька, вы мне нужны.
для того, чтобы узнать, кто, по мнению всех присутствующих здесь, будет первенцем в нашей паре. Итак, друзья, давайте пофилософствуем и представим, что от нас может зависеть, кто будет первенцем. Итак, кто считает, что у Влада и Кати первенцем будет мальчик? Поднимите руку, давайте. Кто считает, что будет мальчик? Так, не густо, не густо. Хорошо, а кто считает, что будет девочка? Хорошо, но в наших силах сейчас узнать, кто будет на самом деле. Итак, Ванька у нас собирает в голубую нечто поплывок на мальчика. Ну, а Даша, соответственно, в розовую собирает на девочку. Но кто же будет, мы узнаем через 3, 2, 1. Поехали! Крыла вырастают, чем мыть. Мама, лесенки, долоники, сына, чи тонки, нежнейший за все. Мама, малесенькі долоніки, сина чи доньки, ніжніші за все. Мама, малесенькі долоніки, сина чи доньки, ніжніші за все. Мама, малесенькі долоніки, сина чи доньки, ніжніші за все. Итак, есть сами на том проекте на месте люди, считающие деньги, кассиры? Выходи. Так, а кто у нас еще хорошо считает деньги? Еще. Ну, кто? Так, вы за кого голосовали? За девочку. А вы за кого голосовали? За мальчика. Хотите считать за девочку? А вы считаете за мальчика. Тогда у вас будет стимул, чтобы все было честно. Так, пока. Ладно, пока я буду считаться. А ну скажи, ты кого хочешь, мальчика или девочку первенца? Хотела мальчика. Катя, а ты? Девочка. Конфликт в семье! Ну ладно, хорошо. Если вдруг мальчик, вот имя есть уже? Выбирали, как-то обсуждали на эту тему? Мальчика какое имя? Максим. Максим? Максим? Владиславович, правильно? Владиславович. Да. А девочка? Марьяна. То есть у вас должно начинаться на «ма» по-любому, да? Марьяна Владиславовна. Ну это нормальный тест на алкоголь, знаешь. А ну забей полностью, Марьяна Владиславовна. Так, хорошо. Так, мальчик-девочка. Вы как считаете, мальчик или девочка? Однозначно мальчик. Так, вы как считаете, мальчик-девочка? Девочка. А вы? Мальчик. Так, мужчины за мальчиков, девочки за девочек. А вы тоже за мальчика, кстати, были, да? Да. Итак, а ну-ка. А скажите на ухо сначала мне суммы, чтобы я знал точно. Так, а ну сколько? Серьезно? Итак, за девочку у нас собрано... 2650. А? Но при этом все! За мальчика у нас собрано... 370! Ну что я вам хочу сказать, я поздравляю вас, девочка. То есть, Марьяне Владиславовне быть, если верить в то, что именно это и решать, кто у вас будет первенцем. Поэтому, так, деньги сдаем в фонд, так, относить в семью туда, все. Кто там, кстати, хранит деньги? Спасибо вам большое. Спасибо, да. Кто там хранит деньги? Ну, Катя, естественно. Я немножко пофилософствую. Мужчина спрашивает у Бога: Господь, почему ты создал женщин такими красивыми и одновременно такими глупыми? Красивыми, чтобы их могли любить вы, мужчины, а глупыми, чтобы они могли любить вас, мужчин. Если же женщина красивая и умная, ей, конечно, трудно полюбить мужчину. Этот мужчина должен быть исключительным, такой, как наш жених сегодня. Давайте выпьем за нашего исключительного жениха и умную, и красивую невесту. Хватит. Я хочу пригласить сюда, сейчас мы немножко
поступим нестандартно. Хочу пригласить всех парней, которые не женаты. Будем решить судьбу подвязки. Поэтому, парни, все неженатики приглашаю сюда на сцену. Сейчас самый интимный момент по снятию подвязки. Ну что ж, ты готов? Вся группа поддержки отправляется к Владику. Владик! Без рук? Без рук. Без рук. Почему все без рук ждут? Без рук! Это сложно. Красотка. Есть мужик. Мужик. Спасибо! Ну что ж, надо-ка, позвольте. Возвращаем на место. Так, парни, давайте по чесноку. Кто хочет жениться первее всех? Ну, я поздравляю, женись. Что тебя сдерживаешь? Только я! Скажи, кто, кого надо женить? Я думаю... Давай логично, у кого девушка хотя бы есть? Ваня, у тебя есть девушка? Нету. А, у Сани и у Андрея есть девушка. Тогда должен выиграть Ваня по любасу. Эти хоть сами могут сделать, а ему надо подбадривать. Так, смотри, ты готов? Парни, смотрите, главная задача. Подвязка не должна упасть на пол. Боритесь за свое счастье. Готовы? Так, у кого будильник, просыпайтесь. Итак, ты готов? Давай, 3, 2, 1, пли! Я знаю, кому надо жениться. Давай, 3, 2, 1, пли. Нет, это так отобьешь желание у всех. Давай, 3, 2, 1. И Ваня! Ваня, запомни, 0, 63. 0.50-0.40, звони, это я. Но только тогда, когда найдешь невесту. По ночам не звони, не пиши трубку. Так. Катенька, выходи, бери букет. Бери букет. Так, девчонки, я у парней спрашивал, должен... А можно вас попросить чуть сдвинуться сюда, чтобы в колонку, если что, не полетел? Все готовы? Так, я уйду отсюда подальше, а то меня тут сейчас забьют все. Так, Катя, кого надо выйдет замуж будет? Всех сразу. Всех и сразу? Так давай здесь на свадьбе, алкоголь, еда есть, что тут тянуть? Сразу, быстренько. Сразу, так, ладно, ну что, готово? Да. Девчонки, запомните, букет не должен упасть на пол. Помним? Помним. Итак, 3, 2, 1, пли! Так, Варя, не спеши. Поживи для себя, малышка. Кайфани. Итак, идем дальше. 3, 2, 1, пли! Ладно, я понял. А теперь серьезно. 3, 2, 1, пли! Стой! Выключи музыку! Дерусик, солнышко мое, ты выйдешь за мамой. Believe the melodies are lively.
ваши громогласные овации! Встречаем свадебный танец! Все гости, как только кусочек тортика окажется на тарелочке, должны радоваться, агрессировать и ликовать. Прошу. Лопаточку так. Совместный труд. И... так. Конечно! Ура! Вам тут весь вечер рассказывают о том, что бойко, но вы должны же понять, что это сладко на самом деле. Прошу, покормите друг дружку. Ура! 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 А ты его можешь все покормить для фото, для фото. Я честно, да, даже я немного приседаю, когда фотограф боится что-то сделать. Я боюсь этим потеряться. На одной из старых дач за столом большим и шумным речь держали пацаны о вечной дружбе. Дым по кругу и до дна стаканы, все клялись друг другу своих не забывать, вместе идти, вместе до конца. Слово пацана не понять тому, кто не бежал от местных с перебитым носом. Пьяный по дворам нужно расстаться на, но на время, значит и надолго, может на неделю, но точно не навсегда. Ну а завтра кто куда? Кто служить, то в институты, а потом привет, семья, и не минуты. Ну чтоб не распадаться нам, нужно баб поменьше слушать. Какой не пью, какие дела, с чуваками сбор не откладывай никогда слова. Пацана не понять тому, кто не бежал от местных с перебитым носом. Пьяный по дворам нужно расстаться на, но на время, значит ненадолго, может на неделю, но точно не навсегда. Встать, люди подлые и злые, чтоб тебе там про меня не говорили. Не спеши ты никогда обрубать канаты с пылу. Не за спиной, только в глаза, и увидишь, станет все на свои места. Дай же слово, пацан.
удастся нам удержаться в этом сером мире через силу, но зло всем мудакам и не расстаться нам ни на время, даже не надолго, ни на неделю и точно не навсегда. Закінчиться війна, там заубив себе, побачив аж до дна. Складай зброю ниць, невже так і вона так хоче теплих слів. Обійми мене. Ой, коси, коси, ви мої, ой, коси, коси.
жити не будете, піде білий шлоєр, підете, піде білий шлоєр, підете. Вот, казалось бы, много времени, но на самом деле его нет. Вот так и в жизни. Вам кажется, что все можно оставить на потом, мы еще успеем, наверстаем. Но так не бывает. Поэтому цените то, что есть у вас сейчас. Не откладывайте ничего на потом. Живите здесь, сегодня и сейчас. Конечно же, проснетесь завтра с утра, вы и поймете, что же произошло, что вы теперь не просто пара. Вы теперь муж и жена. Конечно же, с завтрашнего дня Владик будет обнимать свою возлюбленную и делать все, чтобы ее хрупкие плечи всегда были спрятаны за тобой, за тобой, как за каменной стеной. Конечно же, считается испокон веков, что именно женщины, мамы, являются хранительницей домашнего очага. Далеко не самая легкая ноша, я уверен, что мама прекрасно понимает, о чем идет речь. Но, Катюш, какие-то моменты жизни тебе будут казаться, что ты не понимаешь Владика. Один звонок маме, и Владик понимает тебя. Владик, несмотря на твое внешнее спокойствие, милое личико и улыбку, я уверен, внутри ты стержень. И я уверен, что у вас все будет хорошо, что вы будете хорошими родителями. Я хотел бы, чтобы вы такой же компанией встретились, естественно, на вашу годовщину свадьбы, ну и, конечно же, на крестины вашего первенца. И не важно, кто это будет, мальчик или девочка, лишь бы девочка. Но помните об одном, что не всем в жизни суждено найти свою вторую половинку. Вам повезло. Среди миллиардов людей в мире вы нашли друг друга. И я хотел бы, чтобы вы каждый раз, когда у вас будут разногласия, они непременно будут, это условия взрослой жизни, всегда вспоминали, ради чего вы это затеяли. Как вы друг друга полюбили и к чему это все привело. Конечно же, сейчас, мамы, вам предстоит передать семейный очаг нашей новоиспеченной семьи. Поэтому я попрошу вас одновременно зажгите свечу нашей новой семьи. На самом деле, дорогие родители, я желаю вам здоровья, я желаю вам крепких нервов. Мы живем далеко не самое легкое время. С другой стороны, когда мы жили в легкое время. Но, тем не менее, наш украинский дух ничто не сломит. И никто не сломит. И я уверен, что мы все вместе делаем все для того, чтобы наши дети жили под безоблачным небом, и все было у них хорошо. Друзья, горько всем гостям. Любви, любовь и каждому счастье. Обнимите рядом стоящего ваш человека, потому что это дорогого стоит. Ведь ради чего еще жить, если не любить, не говорить, как сильно вы любите, и не делать ничего для того, чтобы продлевать это ощущение удовольствия. Но при этом все. Сегодня очень много говорил я, говорили гости, но хотелось бы услышать ответное слово. Наверное, в первую очередь скажу тебе. Мы как с тобой познакомились, да, тогда никто не мог подумать, что так все произойдет. И ты у меня самый лучший. Я тебя очень сильно люблю. И хочу сказать спасибо родителям, мама, папа. Я вас очень сильно люблю. И вы тоже для меня стали как мама и папа. Хочу поблагодарить родителей. Это очень важный момент для меня. Также всех гостей, кто присутствует. Это была очень важная дата для меня. Спасибо. Ну что же, дорогие мамы, вы можете затушить ваши свечи. Обязательно ваши свечи забирайте с собой домой. Дорогие мои, я вас поздравляю. Пусть у вас все будет хорошо. Горько! 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 Ну и чтобы закончить
Это добряк. Я хотел бы передать сейчас микрофон, чтобы каждый по кругу, подытожив вечер, сказал по одному слову в честь нашей пары. Мира вам! Любви и достатка. Взаимопонимание. Берегите себя друг друга. Ценой тоже нового. Держитесь рядом, и у вас все вместе получится. Будьте по-справжнему счастливы. Брат, я с тобой до конца. Главное – это понимание. Взаиморазумение. Счастье. Терпение. Взаимной любви на все життя. Поступайте с этим одним. Кохайте один одного. Здоров'я вам. Крепкої та міцної любові. Ми всі порядок. І зараз самое главное люди. Все самое хорошее любви и все, что было в жизни хорошо. Вы разговариваете. Ура! Я хочу сказати, хай свічка завжди горить яскраво. Буде завжди день такий гарний, такий щасливий, як був він сьогодні для них. Щоб він ніколи-ніколи не закінчувався для них, щоб він завжди супроводжував їх у їхньому житті, і вони були такі щасливі, як зараз, такі щирі, відкриті. І, мабуть, саме головне, щоб вони ще були цінували один одного, настільки цінували, щоб вони змогли пронести цю любов до свого самого кінця. І щоб цей кінець ніколи не закінчувався. Щастя, любов. Бережіть один одного. Оставайтесь такими яркими, какими ви є. У вас дуже добре виходить.